Коллеги, добрый день. Рада приветствовать вас на площадке ICF в проекте «Забота и поддержка». И мы продолжаем сегодня третьим вебинаром осознавать, делиться опытом и проникать глубже в то, что сейчас меняется в коучинговой практике, в том, какие фокусы внимания есть в нашей работе, как мы можем еще глубже поддерживать себя и своих клиентов для того, чтобы быть настоящим вкладом в их жизнь и для того, чтобы создавать результаты в своей собственной жизни тоже. Мы будем с вами работать сегодня в формате час-15. Последние 15 минут будут оставлены на вопросы. И если они у вас возникнут, я вам буду очень признательна, если будете писать их не в общий чат, а вот вопросы к ведущему в отдельный чат, вопрос-ответ. Нам проще будет их собрать, я их озвучу в конце, и у Андрея будет возможность на них ответить. Ну что же, коллеги, представлюсь еще раз. Меня зовут Ирина Бахарева, я PCC ICF и глава комитета по сертификации. И проект «Забота и поддержка» — это тот вклад, который ICF делает сейчас в профессиональное сообщество. Это то, что дает нам возможность через совместность осознавать больше о текущей ситуации и об изменениях собственной практики. Сегодня на нашей площадке я рада вам представить Андрея Вадина, профессионального сертифицированного коуча PCC ICF. Экзекутив-коуча, человека, который 10 лет находится в процессе свободного плавания и профессиональной поддержки других людей. В прошлом HR и глава HR-службы большого, если я правильно помню, промышленного предприятия, да, такой интересный очень путь. И сегодня тема, которую Андрей заявил, она такая, знаете, очень тонкая. Вот сейчас хороший момент в жизни для того, чтобы расширить свою осознанность, да? Когда что-то вокруг меняется, нам критически важно бывает научаться отслеживать более тонкие вещи и моменты. И передаю микрофон и слово Андрею. Буду рада вашим комментариям внизу и комментариям под нашими постами в Фейсбуке с отзывами о том, что происходило сегодня. Благодарю. Хорошо, я тогда включаю демоэкрана и перехожу, собственно, к презентации. Так. Ага. Вот, да, друзья, всем здравствуйте. И Ирина, в общем-то, про меня все рассказала. Тут вот еще чуть-чуть написано про меня. Наверное, еще что добавить, да, что я эти 10 лет, и раньше еще, до этого, пока еще в HR работал, я занимался индивидуальным консультированием там, на основе разных практик. Вот. Наверное, с 2000. Первого года, наверное, да, как раз я уже начал консультировать. Искал, много искал, вот. И сейчас я где-то 3 года уже, наверное, с ICF, и мне эта среда очень полезна, да. И сегодня я хочу поделиться тем, что мне кажется важным, своей находкой, да. И я хочу сказать, что это не обучение какое-то, да, и там я не претендую на то, что я знаю очень хорошо, что вам нужно делать, или там, да, это просто прошу воспринимать как мнение, как мою попытку поделиться с вами своим опытом. Вот и все. Если какие-то будут вопросы, пишите в чат, там организаторы мне скажут, я отвечу. Я сейчас чат сам не вижу, вижу только слайды. Да, я себя представил, не представил, у меня тут еще коллега, которого вы уже, наверное, слышите, мой тенор певчий. Вот иногда будет петь, надеюсь, он вам не помешает. Вот. Так, ну что ж, тогда приступим, да? И первое, с чего хочется начать, ну, сегодня вообще о том, как помогать другим людям и себе лучше, так, чтобы это было эффективнее, скажем так. И начнем тогда вообще просто с человека, с себя, да? И начнем издалека, скажем так, может, не с самого далека, но с Фрейда. Фрейд, насколько далек для вас, да? Так вот, Фрейд, наверное, первый из кого я слышал, представил человека, ну, по крайней мере, написано, да, в виде метафоры такой, да, вот. Да, про тему ты не сказал. Фокусирование на неявных ощущениях. Простите, у нас сегодня тема. Так, и об этом чуть позже. Но вот вернемся к Фрейду. Итак, Зигмунд Фрейд, как любят говорить психотерапевты, как правильно,
говорил о том, что, вот можете цитату прочитать, я просто скажу, что сознание – это всадник, а бессознательное можно представить в виде лошади. Лошадь сильнее, чем всадник физически. Да? И всаднику надо как-то с ней совладать, как-то договориться с этой лошадью, чтобы куда-то поехать. Вот. Но если, скажем, у настоящего всадника есть возможность спрыгнуть с лошади и пойти себе самому, то у человека, естественно, по крайней мере, в течение жизни мы с этой лошадью очень связаны со своим бессознательным. И бессознательным очень много чего есть. Во времена Фрейда бессознательное таким подвалом считалось больше подавленных каких-то вещей, социально неприемлемых. Сейчас это понятие шире, я его понимаю шире, да, вот и здесь, вот в этой метафоре тоже шире. Там не только какие-то неприемлемые черты или подавленные, я еще включаю туда и коллективное бессознательное, и неосознаваемые, может быть, ценности, да, и очень много чего мудрого и важного, да. Вот. И нам вот приходится каким-то образом с этой лошадью все время договариваться. И у каждого человека свои взаимоотношения с бессознательным. Ну, вот здесь на картинке, как вы видите, там кто-то легко там улыбается и лошадка слушается, а у кого-то она на дыбы встает, да, пытается сбросить, как говорят, козлит, да, и еще бы усидеть на ней, да. Так вот, у нас есть два типа взаимоотношений, так тоже продолжает эту метафору. Мы можем, ну, например, не знаю, слышали, может быть, как обижают лошадей. Вот слева на картинке там лошадь, которую пытаются объездить, да. Это я сделал такой скриншот из видео про то, как монголы обижают лошадей. Можете посмотреть. На YouTube наберите, просто сразу найдете этот ролик. И там так жестко, да, жестко. Лошадку там связывают, на трех ногах скачет, на ней пытаются ездить там сразу люди, ну, и, в общем, принуждают ее. И это насилие, да, такое. Такую же параллель можно увидеть и в нашей жизни, как людей заставляют что-то делать, муштруют, да, принуждают к такой строгой дисциплине. Вот, и мы себя сами заставляем, да, перенимаем такую манеру, да, если мы во внешнюю среду такую попали. Ну и потом, собственно, с бессознательным такие же отношения. Собственно, существует как минимум еще один способ общения с лошадьми. И вот здесь вот на фотографии справа, видите, мужчина такой в кепке, да. А, это знаменитый американский заклинатель лошадей, так, Horse Whisperer, да, так на английском. Это человек, который, он потомственный коневод, вот, но он в молодости еще славился тем, что он на родео круто выступал и мог обижать лошадей вот таким вот тоже сложным, тяжелым способом, когда он говорил, что диких мустангов, вот у монголов-то еще маленькие лошадки, а мустанги, они намного больше. Мустанг может убить человека легко, собственно, как и бессознательное тоже. Так вот, дикий мустанг, его связывали, бросали, он лежал несколько дней на земле, да, так усмиряли. И такая объездка жесткая продолжалась неделю, да. Сейчас он, его зовут Монти Робертс, он находит общий язык с лошадьми за 30-40 минут с дикими мустангами, с этими, да, которые могут убить. И он это делает очень мягко. Тоже можете посмотреть с ним видео на YouTube. Пересказывать я точно там не буду, все в деталях. Но он делает это с минимумом, скажем так, насилия. Да? Он заходит к лошади в вольер, он с ней ходит вместе. Она его боится, да, сначала, там пугается. Но за какое-то время ему удается вот эти 30-40 минут найти с ней общий язык. Так что лошадь начинает за ним сама ходить. Он ее при этом не бьет, не связывает, ничего такого не делает. Да? Он нашел общий язык с лошадью. Так вот, я, может, так через эту метафору продолжу, что я вижу, можно коучинг представить вот так, прошу экспериментировать, пофантазировать на эту тему, что человек хочет попасть в какое-то место, да, если вы, допустим, да, пришли на коучинг, вы клиент, вы хотите попасть в какое-то место, ваша лошадь должна вас туда отвезти, без нее вы никак туда не попадете, да. Под лошадью мы что понимаем? Ну, все бессознательное, да, если бессознательное против,
Если внутреннее сопротивление есть, то человек не будет делать, и вы не будете делать. Это все будет через насилие, через бой, через подавление, и это будет неэффективно. Вот. На мой взгляд, коучинг о том, как раз, как договориться. Как договориться, и поэтому говорят, ну, коучинг — это о том, как с удовольствием идти к своей цели, получать удовлетворение, да. На лошади, которая себя плохо чувствует, сопротивляется постоянно, удовольствие не получишь особенно, да, но если ты не насильник. Так вот, вот, значит, у нас есть задача, когда к нам приходит клиент, нам нужно помочь ему договориться с его лошадкой. Не только описать место, цель прояснить, да, но и помочь ему договориться, сделать это так, чтобы лошадь тоже захотела туда пойти. Бессознательно тоже устремилась туда же и помогло. Да. Так вот, тогда вопрос, которому посвящен наш сегодняшний разговор, это от чего зависит эффективность такой работы, такой помощи. И здесь я пока что лучше ничего не видел по поводу эффективности. Хочу обратиться к тому, что нашел Карл Роджерс и Юджин Дженлин. Да? Вот. Карл Роджерс, как известно, исследовал помогающие отношения, не только психотерапию. Да, тогда и не было коучинга, когда он этим занимался. Вот. Он исследовал любые помогающие отношения. Ну, например, помогающие отношения родителей, когда родители помогают детям, да, что-то освоить новое. Да. И то же самое он также, такие же эксперименты проводил с помогающими отношениями психотерапевтов, которые работали с пациентами шизофрении. Так вот, он задался вопросом, от чего зависит эффективность помогающих отношений. Я думаю, что мы здесь можем и коучинг тоже отнести к помогающим отношениям. Да, сделаем такое допущение. Ну, просто на время нашего разговора. Итак, выводы, к которым пришел Роджерс. Помогающие отношения эффективны, если а. чувство консультанта прозрачно и соответствует его словам. Смотрите, вспоминая позавчерашний семинар по этике, и Татьяна там говорила о том, что одно из основных качеств коуча – такое слово «integrity». Да? Это такая целостность, это конгруентность. То есть консультант, в данном случае консультант, мы используем слово «консультант», потому что Роджерс так называл, да, а Татьяна вчера говорила про коуча, что должен быть целостным. Это очень важно. Да, и Роджерс об этом тоже говорит. Если чувство консультанта прозрачно, то есть, другими словами, мы показываем то, что мы думаем, то клиент нас ни в чем не... У него нет подозрений никаких. Он нас не подозревает в том, что мы что-то там мыслим другое, показываем одно. И тогда возникает спонтанное доверие. При этом Роджерс в этом пункте говорит, что очень важно именно по-настоящему быть искренним. Потому что даже если мы чуть-чуть себя сдерживаем, или там, ну, нам некомфортно, но мы пытаемся показать ему, что там, мы же коучи, да, там, держим себя в руках, эти микросигналы передаются клиенту, клиенты это чувствуют. Уровень доверия падает. Да? Дальше, второй пункт. Если клиент нравится консультанту, независимо от каких-либо условий, тогда помогающие отношения эффективны. То есть люди очень сильно чувствуют, как мы к ним относимся внутренне. И если нам человек не нравится, то... Смотрите, тут интересно, да? Мы встречаемся же не только... Мы встречаемся с человеком, его можно описать в виде всадника, но и мы тоже всадник. У нас тоже есть своя лошадь, да? Тоже есть свое бессознательное. И общаемся мы с клиентом не только на уровне сознания, но и наше бессознательное тоже в этот момент общаются. Вот. И если, может быть, не знаю, кто-то занимался верховой ездой, я занимался и в детстве много с лошадьми время провел. Если ты подъезжаешь к другому человеку на своей лошадке, и она плохо настроена по отношению к лошадке другого человека, она может ее укусить, да, или легнуть ту лошадку. И тогда, ну, какой-то парной работы не получится. Вместе прокатиться даже не получится. Поэтому, если вам искренне нравится человек, он это чувствует. И лошадка его это чувствует и понимает, естественно. Да? Третье. Если консультант понимает основные чувства клиента так, как их понимает клиент, то тогда помогающие отношения будут эффективными. И если вы помните, Роджерс изучал, у него был один из вопросов его исследований,
А какой подход к психотерапии лучше, эффективнее, так скажем? И он пришел к выводу, что никакой подход не лучше, а зависит от личности консультанта. Умеет ли он создавать помогающие отношения, основанные вот на этих трех постулатах? Эти три постулата наверняка многие из вас узнали, их еще называют триада Роджерса. Триада Роджерса. Вот. Наш герой следующий, да, собственно, о ком пойдет речь, это Юджин Джендлин. Это интересный очень человек, он философ, но при этом он всю жизнь занимался исследованием психотерапии, эффективности психотерапии, и он очень много привнес ценных вещей в психотерапию, в психологию, из философии. Да, и он очень много наград получал, трижды он был признан лучшим психологом Американской ассоциации психотерапии, это было 80-е годы. Трижды получил самую высокую награду. Ну и там, если хотите, почитайте, у меня есть ссылка на сайт в конце слайда. Вот, сходите к ним, посмотрите, кто это. В России почему-то Роджерс известен очень-очень, а Джендлин почти совсем неизвестен. Вот, так вот он тоже исследовал психотерапию вместе с Роджерсом и отдельно от него. И он пришел к немного другим выводам. Да? Он пришел к такому выводу. Эффективность, правда, не зависит от подхода, с помощью которого работает консультант. А эффективность в меньшей степени зависит от психотерапевта. Да? Если Роджерс говорил о том, что вот на психотерапевте все, на консультанте, то Джендлин говорит, нет, от него зависит, но не все далеко. В большей степени эффективность зависит от клиента, точнее, от умения клиента фокусироваться на неявных, на так называемых неявных ощущениях. Я намеренно сейчас говорю этот термин без определения, я чуть позже его дам. Вот, покажу точнее. Итак, чтобы показать это, мне нужно, я хочу провести демо-сессию. Вот, и сейчас я отключусь из, у меня тут сложно отключаться, потому что мне не видно мышку, почему-то она исчезает на экране. Но сейчас я найду способ отключиться от демонстрации. И мы перейдем к демо. Я хочу показать вам демо того, как что такое неявные ощущения. А потом я вам про них расскажу. Я попрошу тогда Нану подключиться, и мы продолжим вместе. Алло, Нана. Да, здравствуйте. Да, вот, Нана, прекрасно. Я вас вижу, вы меня видите? Я вас вижу, очень хорошо слышу. Слышишь, да, как вот и хорошо. Слышно меня? Вот, прекрасно слышно и видно замечательно. Вот, я попрошу тогда вот участников, чтобы максимум из этого видео взять для себя, ну, из, точнее, из демо. А, сразу скажу, что это не демо-сессии. Мы здесь не демонстрируем сессию коучинга. Это всего лишь иллюстрация для того, чтобы вам показать, как может выглядеть вот это вот фокусирование на неявных ощущениях внешне. Да? Ну, и если вы войдете в состояние присутствия сейчас, с нами, к нам присоединитесь, то я думаю, что все еще и почувствуют, как это внутренне. Вот. Я поэтому приглашаю сейчас всех вдохнуть, выдохнуть, да, расслабиться и сфокусироваться на том, что происходит. И тогда мы будем с вами вместе. Хотя я вас, честно, вот не вижу, но чувствую, что я с нами. Да? Поэтому, Нана, вы готовы? Готова. Хорошо. Я вижу, что у вас там что-то очень красивое. Какие-то вот за спиной. Рояль. Рояль не видно, но видно стен, такой очень дизайн стен, очень симпатичный. И потолка. Здорово. Спасибо. Так. И у вас, наверное, там тепло. У нас дождь, но он прекрасен. Погода очень хорошая. Теплая и дождь. Теплый дождь. А в Питере, как ни странно, солнышко. Я из Питера сейчас, да, говорю. В Питере солнышко, дождя нет. И тепло. Вот. Ну, ладно. Мы тогда сейчас пойдем.
Значит, очень простое задание. Я сейчас прошу немножко расслабиться, да, подышать вместе со мной. Может быть, как-то там, не знаю, выровняться, сесть поудобнее. Угу. Вот, хорошо. И теперь, когда пространство внутри чистое, когда вы расслабились, я попрошу, ну, представить вас, что вы пришли на сессию к великому коучу. Какому-то, не ко мне, какому-то очень великому. И как бы для него вы сформулировали то, что вы хотите прямо сейчас, в 5 словах. Начиная со слов «больше всего на свете», «я сейчас хочу», и дальше 5 слов. Больше всего на свете я сейчас хочу пройти на ту новую территорию, с любовью. Пойти на новую территорию с любовью. 5 слов. Ага. Анна, как вы узнаете, что они подходят? Эти слова. Слова? Да. Ну, они подходят. Это то, чего я хочу сейчас. Там есть территория. Угу. И есть этот проход, и я его вижу, и я знаю, куда мне. И сейчас вот тот самый момент, когда оставляешь что-то, ну, мне пройти. А после вашего представления по поводу лошадок хочется еще туда, вот с любовью. С любовью. К тебе и вообще с любовью. Вообще с любовью. Может быть, какие-то еще есть слова? Там, просто, чтобы попробовать, какие могли бы подойти. Если подойдет прям полностью эти, то эти оставим. Слова, да. Вот если там начинать со слов «больше всего на свете», я сейчас хочу. Наверное, оставить и пройти. Оставить? Оставить. Оставить. Оставить и пройти дальше. Оставить и пройти дальше. Ага. А что оставить? Ну, что-то, что еще живое. И что... Ну, что есть ценность, но пройти важнее. Ну, уже пришло это время, когда надо, ну, надо не то слово, но очень естественно идти дальше. Пришло время. Чтобы не оставить, а...
Не оставить и не взять. То есть не исключить, а оставить там. Пусть лежит, где было. Ну, там, где его место, что ли. То есть не брать это прямо, а таскать туда, куда ему, ну, как бы неестественно переноситься. Ну и не исключать, оставить то, как есть, то, что было, то, что ценно на своем месте. Наверное, так. Ну да. И тогда все вместе, это как будет звучать? Если просто медленно повторить это. Больше всего на свете я хочу сейчас. Не спеша так. Больше всего на свете я хочу сейчас, оставляя на месте то, что там принадлежит, пройти на свою новую территорию. Если сделать это в 5 слов сейчас. Больше всего на свете я хочу оставить и пройти на свою новую территорию. И это имеет смысл, да, внутренний такой? Да. Там все есть точно, что нужно. Ну, любовь ушла, но она в сердце осталась. То есть она не ушла. Она там повсюду. То есть она прям заняла такое... Это намерение позитивное, оно везде. Окей. Вот. Что... Мне кажется, мы уже все с вами показали, что нужно было. Но что поменялось после первоначальной формулировки, после того, как мы поработали? Последний вопрос. Мне кажется, это то, что в формулировке было, и то, что держит, будто всего за несколько минут пришло такое решение очень серьезному кейсу. То есть пройти у меня эту тему уже давно. Но, видимо, что-то меня держало, и я как будто поняла, ну, я предполагала, что меня держит, но вот это вот решение, которое пришло, потому что это его место, ему не нужно со мной дальше, вот это прямо, мне кажется, такое решение, да, такое появилось, и все стало понятно сразу, все встало на свои места. А как вот это, когда все стало на свои места, что изменилось в ощущениях внутренних? Что появилось? Для чего не стало? Знаете, вот какое-то такое, такая неявная энергия, как будто отсюда, такая, как будто ее сложно сформулировать, что это было, но... Я ее здесь где-то почувствовала, такой поток маленький, нежный. Нежный. Окей. Будто оттуда что-то такое пришло,
задвигалось что-то. Как будто с намерением сказать что-то, да, или вот что-то такое задвигалось, изменилось. Ага, что-то. Ага, ага. Окей, окей. Я, это внутренне. Присоединяюсь к тому, что происходит, и вот к этому решению. Потому что я чувствую такое некоторое внутри, ну, это, может, слово больше подходит, освобождение немножко. Вот, у меня резонирует так. У меня, знаете, какое освобождение слова есть, но вот тому, что осталось, как будто оно освободилось, как будто я его пыталась втаскать куда-то, то есть даже не про мое освобождение, а про освобождение вот этого элемента, который я не отпускала. Но проходить мне тоже нужно. Вот, да, освобождение именно слова, но не мое, а вот того, той части. Ага. Спасибо. Да. Пожалуйста. Ну ладно тогда. Спасибо большое, Нана. Мы прекрасно показали. Мы показали и сделали. Спасибо вам огромное за помощь, что согласились. Спасибо огромное за возможность. И вам, Ира, тебе большое спасибо. Окей. Тогда мы можем перейти дальше к демо, да? Сейчас я включу. Так. И смотрим, да? Итак, мы говорили о том, что эффективность не зависит, в меньшей степени зависит от психотерапевта и очень сильно зависит от клиента. Точнее, от умения клиента фокусироваться на неявных ощущениях. Вот эту демо-сессию я, не сессию, точнее, упражнение, иллюстрацию, я делал для того, чтобы показать, как фокусирование на неявных ощущениях выглядит со стороны. Выглядит со стороны. Смотрите, и внешние признаки вот таких, того, что человек это фокусируется. То есть Джендлин что говорил? Если клиент умеет фокусироваться на неявных ощущениях, то, скорее всего, ну, если там консультант не совсем, да, там, неумелый, да, не совсем новичок, то, скорее всего, получится эффективная сессия. Вот. Скорее всего, будет это работать. И вы, наверное, может, знаете таких людей. У меня жена по поводу меня шутит. Она говорит: Андрей, там, ты хоть на кофейной гуще гадай, у тебя будет работать. Ну, ты будешь меняться, да? Вот она так шутит, смеется. И иногда бывает, что не с коучем разговариваешь, а просто с человеком, ну, который умеет слушать, да, и много чего меняется. Так вот, если вы умеете, если ваш клиент, точнее, умеет фокусироваться на ощущениях, то работа будет происходить эффективно. Как понять, что человек умеет это делать? Вот внешние признаки. Вы, наверное, у Наны видели, да, их, скорее всего. Клиент берет паузу, задумывается. Терапевт или коуч в этот момент молчит. Молчит. И это полностью совпадает с компетенциями, да, с новыми. Вот. Да и старыми тоже. Старая редакция. О том, что коуч дает клиенту подумать, берет паузу. Угу. Дальше. Клиент использует междометия, типа так. В процессе формулирования мысли. То есть он не сразу может сказать. Да? Клиент подбирает слова, меняя синонимы, близкие по смыслу, чтобы описать свою мысль. Когда человек говорит, и здесь это было, ну вот, освобождение, да, но оно подходит, но не совсем для меня. А подходит вот для той части, которую надо было бы освободить. Когда вот появилось слово «оставить», да? Его не было до этого. И когда вот этот перебор происходит, какие-то новые слова появляются, происходит фокусирование, да? Вот. И
Если говорить конкретнее, что же он вообще делает в это время, когда он там молчит, когда подбирает слова? Джендлин говорит о том, что человек в этот момент сверяется, как бы делает такой внутренний тест. Да? Подходит это слово или нет. И тест этот он делает на основе ощущений. Вот, чувствуемых ощущений. И чувствуемые ощущения, вот определение, как я обещал, это непосредственный опыт переживания пограничной зоны, и возникает всегда на уровне тела, как некие физические, соматические ощущения. Обычно ощущается где-то на уровне груди, живота, горла, вот, в особой области, примерно в середине тела. Вот. Но люди это давно заметили, и, допустим, у американцев, например, есть там поговорка, что желудком своим чувствую, да, а у нас другой орган обычно упоминается, да, но есть ощущение, да, вот, говорят, засосало под ложечкой, да, у нас такое есть выражение. Вот. И такие ощущения, они возникают внутри, и они не похожи на вот такие физические ощущения, как типа напряженность мышц или щекотание в носу, или давление. Это другие ощущения, не другого рода. Они такие менее уловимые, да? И они всегда невыразимо богаче, чем наша речь может отобразить. Поэтому так непросто описать словами, поэтому приходится подбирать слова. Вот. И на мой взгляд, и не только на мой, но и Джендлин пишет об этом, ощущения это такие, они очень ускользающие, их сложно осознавать, и они живут на границе между сознанием и бессознательным. И они как раз могут играть роль связующего звена, такого посредника, между сознанием и бессознательным. Ну, вот смотрите, как иногда бывает в коучинге, да? Клиент такой говорит, все, буду делать, там, создает план себе, пишет. У меня так один раз было, я работал с коучем, мы тогда еще учились, и мы такой план с ним написали классный. Я у него дома был, приходил, и мы с ним работали, у него доска большая дома маркетная, и я там такой план написал, очень логичный, пошаговый, с датами, с сроками и всем прочим. Я пока от него ехал до дома, у меня поднялась температура под 40. Вот. И я приехал, и я 2 дня проболел. И, конечно, этот план не стал реализовывать даже. Потому что он был очень логичным. То есть сознательно, голова все это, да, отлично просчитала. Но бессознательно оказалось очень несогласным. Ну, может быть, совпадение произошло еще и с какой-то вирус подхватил. Вот. Но я думаю, что и без вируса, и без этой штуки я бы не стал бы этого делать. Ну и, наверное, у меня, по крайней мере, в опыте были клиенты, которые не выполняли свои обязательства. Ну и, конечно, можно сказать, да, это просто клиент безответственный. Да. Но если мы хотим пойти глубже, можно посмотреть, а вообще как, насколько есть связь. Насколько в течение нашей сессии клиент обращался не только к сознательному формулированию мыслей, но и вот к посредникам между бессознательным и сознанием, вот к этим неявным ощущениям. И Джендлин, он очень категорично говорит об этом, что если такой связи не происходит, если человек не фокусируется на неявных ощущениях, то изменений не будет. Будет, да, беседа, можем хорошо, прекрасно поговорить, но изменений не произойдет. И мой индивидуальный опыт коучинга это подтверждает. Когда мы общаемся только на уровне сознания с клиентом, все может быть прекрасно, он скажет все да-да-да, но изменений никаких не будет. Вот. И если я в течение сессии вижу, что клиент не фокусируется на нем, не задумывается, не подбирает слова, не берет паузу для того, чтобы... А он говорит вот 1, 2, 3, 4, 5, очень быстро говорит,
то я понимаю, что вот сейчас сессия движется не туда. Не туда. Да? И что нужно замедляться. Да? Вот. А что нужно помогать человеку фокусироваться на неявных ощущениях. Вот. Ну, по крайней мере, предложить это делать. Джендлин просто предлагает. Вам нужно научить клиента фокусироваться на неявных ощущениях. Вот. И дело в том, что многие уже умеют фокусироваться на неявных ощущениях. Это как-то так получилось нативно от природы. Люди могут это делать. А кто-то не умеет. И таких, кто не умеет, много. Много. Кто-то не умеет это случайно, потому что вот как-то не научился, не пришлось. А кто-то глушит эти отношения у себя внутри. И в этом смысле наша задача тогда, как коуча, соединить голову и тело человека, сшить как бы, сделать эти две части целыми. И в компетенциях есть упоминание о том, что мы вообще-то должны видеть человека целостно, whole person, полностью. Не только то, что он говорит, но и вообще полностью его воспринимать. Там, да, еще и ситуацию его, и все-все-все-все. Но я имею в виду еще и воспринимать полностью вместе с его бессознательным. Не только на всадника внимания обращать, но и на лошадку. Так, как я себе напоминаю, на чем фокусироваться? Да. Ну, естественно, компетенции ECF, плюс будь в контакте не только с сознанием человека, но и с бессознательным. Воспринимай человека как целое. Воспринимай пространство, которое вы создаете вместе с коучи, как поле взаимного влияния. Не только я влияю, не только да, я такой не самоустраненный какой-то отдельный, а я очень сильно влияю на человека. Даже не давая директивных каких-то указаний, а просто вот находясь рядом и ощущая то, что я ощущаю, это все передается, много чего из этого передается клиенту. Будь внимателен к невербальным проявлениям коучи, потому что невербальные проявления коучи дают нам истинную информацию. Зачастую сознательно человек может говорить не совсем то. Ну, например, в коучинговой сессии попросил как-то клиентку объяснить, почему для нее это важно, наш такой вопрос коучинга. Человек сразу же ответил, перечислил буквально перечень, почему важно. И у меня возникло такое ощущение, что я не с человеком говорю, а читаю страничку про корпоративную культуру на сайте клиента. И я об этом сказал. И сказал, что я чувствую. И это было очень важно для человека. Потому что тогда человек понял, что это на уровне сознания только. Что эти ценности, они, как говорил Эдгар Шейн, исследователь, антрополог корпоративной культуры, он исследовал, есть ценности провозглашаемые, а есть базовые, настоящие. Вот. И вот на сайтах-то часто пишут провозглашаемые ценности, которые зачастую конфликтуют с реальными. И так бывает и с людьми тоже, с нами. Так вот, мы тут можем оказать очень большую поддержку людям, просто понять, да, дав им осознать это через свои ощущения. Вот. Ну и еще одно важное правило для меня, как фокусироваться, это говорить и задавать вопросы так, чтобы мои слова и мои вопросы резонировали с моими чувствами и ощущениями. То есть я не только должен быть в контакте с клиентом полностью, но и с собой во время всей сессии. И это достигается через дыхание и через внимание к тому, что я говорю, к тому, что я спрашиваю. Вот. И как я применяю в практике коучинга фокусирование? Можно прямо напрямую, есть 6 шагов фокусирования, они описаны на сайте у Юджина Дженбина, их можно применять в практике, только нужно знать, как это делать, да, так, чтобы это было вместе с компетенциями, согласовано с нашими. Вот, но это не тема сегодняшнего нашего общения. А кому интересно будет, я могу объяснить потом. А что я делаю, да, есть вот даже без 6 шагов, без вот этого последовательности. Я использую внешние признаки фокусирования как маркеры, я об этом уже сказал. Я меняю свою тактику в зависимости от того, что я вижу.
Если клиент быстро и много говорит, отвечает на вопросы моментально, то я прошу подумать, поговорить медленнее, да, или говорил о том, что я чувствую в этот момент. Как вот с человеком, который говорил про свои ценности. Я сам говорю медленнее, и перед тем, как что-то сказать, я сверяюсь с внутренним ощущением. Я сверяюсь, это точно те слова, которые я хочу в вопрос положить. Вот знаете, и таким, когда так мне удается делать, получаются действительно сильные вопросы. Не сильные вопросы, которые там в книжках пишут. Вот есть сильный вопрос такой. Вот такой, это тоже полезно, просто чтобы словарный запас. Не вопросный запас был такой, да? Но конкретные слова. Конкретные слова вот именно в этой конкретной ситуации, в этих отношениях с клиентом, с конкретным, они рождаются из этих неявных ощущений. Если они резонируют, то они очень точно соответствуют тому, что сейчас нужно клиенту. И Роберт Дилс об этом, Роберт Дилс, пирамиду которого любят поголовно все коучи, или почти все, он говорил об этом так. Он говорит о том, что магия на самом деле жива, что магия слов жива. Она теряется, если теряется резонанс вот с этим внутренним ощущением. Но если этот резонанс остается, то тогда то, что говорит человек, поистине имеет магическую силу. Я не берусь сейчас, что я слово в слово передал то, что говорил Роберт, тем более это было с переводом, но думаю, смысл в этом есть. Вот этот внутренний резонанс дает безошибочные слова, безошибочные вопросы формулируются. Вот. Ну и что еще я делаю? Если клиент думает, я вижу маркеры фокусирования, я в этот момент присутствую с ним и молчу. Я думаю, вы это видели сейчас в демонстрациях с нами. Я даю возможность формулировать, даю возможность свериться с ощущениями. Обычно клиенты это очень ценят. И обычно на демо, мне как-то я провел демо с такой вот работой, мне сказали, как ты держишь так долго паузу? И мне этот вопрос показался странным, потому что никакую паузу я не держал. То есть нет цели держать паузу. А я просто ждал, пока процесс завершится. А он виден. Если вы видели, смотрели там, как мы с Наной работали, вы этот процесс могли видеть буквально очень четко. И его начало, когда уходит глаза вверх, да, дыхание немного меняется, замирает немножко фигура человека полностью. А потом он возвращается. Дыхание меняется и взгляд вот он. Да? И видно, как этот процесс начинается и как он заканчивается. И в этот момент нужно просто присутствовать. Иногда хватает просто молчания присутствующего. И человек прекрасно сам работает, и коучу не нужно даже вмешиваться. Вот. Как я применяю это? Смотрите, не только в практике коучинга я это применяю, наверное, даже чаще я это применяю просто в повседневной жизни. Ну, например, да, смотрите, я там 6 шагов вам покажу, которые у Гендлина на сайте есть, и в его книге. Книгу еще рекомендую всем почитать. Есть в списке литературы и презентации. Ну, например, смотрите, семейные отношения – это отношения, где мы открыты, уязвимы, где мы не коучи, и мы можем быть самим собой, и там мы можем, там, не знаю, огорчиться, разозлиться, обидеться, еще что-то может такое происходить. Ну вот, например, конфликт, да? Я стою, готовлю что-то на кухне, и мы с женой что-то там, ну... Наш неспешный разговор зашел в какое-то такое место, в русло, такое потек, что у меня возникла обида внутри. И, скажем, если я отреагирую реактивно, или там выскажу, что я там такое, да, из этой обиды исходя, то, конечно, оно будет конфликт, и он будет бестолковый абсолютно, и ни к чему не ведущий. Что я делаю в этот момент? Раньше я так не делал, да? Я начинаю, как только ловлю себя на этом, если мне удается поймать, да, часто удается,
что есть вот какое-то ощущение, которое пришло, я стараюсь чуть глубже дышать. Это первое, выпрямиться. И самое главное, я этому ощущению говорю «здравствуй». И уделяя полное внимание ему, я начинаю замечать, какое оно, на что оно похоже, какой образ бы ему подошел, каким словом это ощущение можно назвать, с каким словом оно резонирует. И делаю это очень доброжелательно. Доброжелательное внимание. Да? И в этот момент происходит очень интересная вещь. Это ощущение начинает меняться. Прямо меняться это ощущается. Образ начинает меняться. Или слово, с которым оно было связано. Происходит некий такой сдвиг внутренний. И вместо него, или скорее даже правильнее будет сказать, из него рождается и приходит другое ощущение, которое несет в себе больше мудрости, которая несет в себе... Причем эта мудрость, кажется, не моя. Она приходит откуда-то, откуда-то извне. И мне удается в этот момент найти такие слова или так промолчать, что вот тот конфликт, который зарождался, переходит в какой-то очень интересный разговор или во что-то очень ценное для нас обоих. И это удивительно. Вот. То же самое может быть на сессии с клиентом. Особенно, допустим, я не знаю, что дальше делать. Клиент что-то говорит, я попал под его там гипноз его слов и тоже думаю, как же ему решить эту задачу, я не знаю, что... Да? И когда ты... Это так бывает спонтанно. И когда ты просто возвращаешься в состояние такого присутствия со своими ощущениями, с клиентом. И когда ты не отталкиваешь это и не борешься с этим ощущением, а когда ты его принимаешь дружелюбно и начинаешь наблюдать, что с ним происходит, тогда приходят нужные слова, нужные вопросы или нужное молчание. Вот. Вот так я применяю их в коучинге тоже. Ну и 6 шагов фокусирования. У меня здесь просто обзорно вам их перечислю. Кто хочет внимательно ознакомиться с ним, почитайте книгу или сейчас просто уже и времени нет, и не планировал. И посмотрите на сайте. Там, правда, на английском, но на английском даже часто лучше. Вот. Итак, первое, что нужно сделать, то, что мы сделали с нами, мы прояснили пространство. То есть остановились, подышали немножечко, да, почувствовали, что мы сейчас чувствуем, то есть создали такое пространство в виде ощущений. Потом я чувствую то, что есть. Да? Если вам кажется, что вы ничего не чувствуете, вы можете себя спросить, а как у меня сейчас дела? И подождать спокойно. И в ответ на этот вопрос обязательно придет ощущение какое-то. Ну, Джендлин там пишет где-то в книге, я прошу сказать человека, что у меня дела на 100% сейчас прекрасно. И не все могут так сказать искренне, и ощущение обязательно придет. Так, что дальше? Я взаимодействую с этим ощущением, так как я описал вам, да? Я начинаю думать, вот, какое слово или образ подойдет к нему, примерять. И когда это слово или образ я нахожу, я начинаю проверять. Ага, вот я представляю ощущение, представляю слово или образ, и как это откликается друг с другом. Если это усиливается и резонирует, окей, хорошо. И тогда я спрашиваю, а что же ты значишь? Что внутри тебя есть. И жду ответ. При этом ответ, если приходит сразу какой-то умный и предложение словами, то этот ответ лучше отбросить, он из сознания пришел, ни о чем. А ответ получить в виде не слов, а в виде изменения ощущения, в виде изменения образа. И тогда это настоящий ответ. Вот. Если немножко происходит сдвиг, то фокусирование и терапевтический сдвиг произошло. Вот. Это вот то, как я делаю.
Ну, еще раз говорю, вот, пожалуйста, список литературы. Есть под номером 2, книга называется «Фокусирование. Новый метод психотерапии в работе с переживанием». Не обращайте внимания на слова «психотерапия», она не страшная. И у Джендлина там по этому поводу есть прекрасная глава, будет всем интересно почитать, что он считает, что это такое. Я считаю, что этот опыт можно переносить и в коучинг, ну, внимательно очень, сверяясь с компетенциями. Так, дальше. Ну, все, пожалуй. Вот внизу там дальше сайт. На сайт копируйте, фотографируйте, сходите. Масса полезной информации от философских эссе Джендлина до конкретных инструкций. И даже есть инструкция, совершенно удивительное чудо, о том, как не следовать инструкциям. Она, наверное, мне больше всего запомнилась оттуда, потому что вот эти 6 шагов, которые тут описаны, нельзя воспринимать как инструкцию. И там написано, как следовать. И я сейчас уже не буду это говорить, потому что время уже у нас закончилось. И предлагаю хоть немножко пообщаться. Вот. Я знаю, что вы где-то там есть, но мне хочется, чтобы вы еще, ну, что-то сказали, спросили, может быть, если у кого-то есть вопросы. Вот. Буду очень рад. Хорошо. Коллеги, вы прямо сейчас можете задать вопросы, а я тем временем почитаю то, что уже есть сейчас в чате. Скажите, пожалуйста, название книги пропустила и будет ли запись? Давай я на вторую часть отвечу. Запись будет размещена на нашем канале на YouTube. И сегодня, может быть, максимум завтра я сделаю эту ссылочку в нашей открытой группе Facebook. Название книги «Фокусирование». Автор Юджин, его по-русски часто переводят как Гендлин. Наберите в Яндексе, вы эту книгу найдете бесплатно. В интернете она лежит. Вот. Но лучше купить. Так будет этичнее. Коллеги, у вас есть возможность сейчас задать вопрос или в чате, или если хотите задать голосом, поднимите руку, я переведу вас в члены группы, и вы сможете задать свой вопрос прямо вот. Если нет вопросов, то либо все, я классный тренер, и все классно рассказал, и все поняли, либо ничего не понятно вообще. Угу. Ну, прекрасно, есть вопрос у нас сейчас. Когда начали практиковать этот подход, в чем были сложности и первые трудности? Начал практиковать 3 года назад, даже больше 3 лет, где 3,5. Я увидел, как это делает Роберт Дилс и Стивен Гиллиген на тренинге по генеративному коучингу. Они ссылались на Юджина Джендлина, цитировали его и говорили, что вот эту часть они оттуда позаимствовали, совершенно честно. И я вот в изучении этой темы углубился и прочитал книгу, как это сказать, взахлеб, но очень медленно, да, практикую одновременно с клиентами. И при этом есть очень много видео с демо, как это делает Гендлин сам, и как делают его ученики. И вот эти 3 года я работал. Сложности. Какие сложности? Ну, смотрите, если говорить про работу с другими людьми, то сложности есть вот какие. Не все люди готовы обращаться к ощущениям, чувствованиям. И не все люди даже поймут этот вопрос, да? Типа, а что ты там чувствуешь? А какой бы символ подошел вот к тому, что ты чувствуешь? Это, ну, есть люди очень рациональные, которые не знают, что под ними лошадь, вот, думают, что они только всадник. И это не хорошо, не плохо, просто у них так сложилось, это их личный опыт такой. И они просто часто не готовы к такому даже диалогу, вот, к фокусированию на неявных ощущениях. И с такими людьми просто нужно потихонечку учить. С простых вещей начинаем. Я позволю себе еще немножечко развить этот вопрос. И вот как для тебя этот подход коррелирует с компетенциями ICF, и как ты нашел свои вот грани соприкосновения, так что все это красиво играло. Да, смотрите, в ICF, если мы работаем по компетенциям ICF, когда, да, мы делаем такую сессию, очень важно быть в партнерской позиции с клиентом. И здесь не делать это там, метод фокусирования без ведома, как бы сказать, клиента, да. А здесь нужно быть прозрачным и просто предлагать человеку
ну, не, может быть, не говорить ему, что это прям фокусирование, такой метод, давай попробуем, а скорее это может быть как-то вот так выглядеть. Вот человек о чем-то говорит, и вы видите, что что-то там зацепило внутри, да? Вот, и он задумался, и есть какая-то эмоция. Вот есть прекрасный маркер в компетенциях ICF. Коуч замечает сдвиг энергии, изменение в энергии клиента, да, изменение в энергии, ну, по-английски сдвиг, shift, да. И когда вы замечаете этот shift, вы видите, как это происходит, да, вы можете аккуратно предложить клиенту исследовать это немножко глубже. Ну, вот таким вопросом. А как ты думаешь, интересно, тебе бы интересно было бы исследовать глубже процесс, который происходит? Если человек говорит, что да, интересно, если вы в рапорте в этот момент, а вы должны быть в рапорте, да, в состоянии присутствия, то получается очень красивая песня из этого. Вот. И этот сдвиг, он усиливается, он трансформируется во что-то совершенно новое для человека. Вот с Наной это даже получилось за эти, там, сколько, 5-10 минут, пока мы работали. Да? Пришло решение. Сдвиг произошел. Да? Вот. Вот как-то так. Ну, что еще из компетенции там, да? Energy shift. Мы замечаем, исследуем за ним, да, и помогаем. Потом я говорил уже о том, что вот из active listening есть компетенция, что коуч quiet and gives client to think. Молчит, дает клиенту возможность думать, но здесь я думаю, что поддумать — это процесс такой сложный, комплексный, и человек, когда думает, он и туда тоже обращается. Человек включает процесс думания и фокусирования тоже. И я, ну, дал вам маркеры, как это можно видеть. Ну, угу. Поделился, точнее, как я это вижу. Пожалуй, вот. А, и еще. Смотрите, в кластере прямая коммуникация, пункт 7.6, такой есть, да, что коуч дает, позволяет клиенту говорить, но до тех пор, пока это соответствует цели клиента. Поэтому, смотрите, когда иногда бывает так, что клиент начнет говорить, и видно, что он говорит, и много говорит. И это никак, и вы видите, что он не, я когда смотрю, я вижу, что он никак не связывает это ни с целью, ни со своими ощущениями внутри. И тогда я могу перебить. Для меня в самом начале пути это была проблема, я не мог перебивать. У меня клиент мог говорить 3 часа на сессии, я слушал, я хорошо. Вот. А здесь я знаю, как это делать теперь, да, и вот эта компетенция помогает в этом смысле. Я прошу, предлагаю еще не только вернуться к цели, но и замедлиться. Угу. И тогда это получается намного глубже. Вот. Спасибо. Думаю, что да. А у нас еще есть 3 вопроса. Отлично. Давайте. Пройдем по ним, хорошо? Да. А если клиент словами отвечает, сложно уловить ощущения, то какие вопросы задаете? По-разному. Если клиент совсем не готов к такому роду диалогу, я его и даже не прошу это делать. Угу. Вот. Мы просто продолжаем работать в том смысловом поле, в котором он привык. Это закон рапорта. Если я выйду в другое поле, то я потеряю человека. Вот. У меня был такой случай, когда я тут как-то перешел в такое, да, и что вы чувствуете, да, а сфокусируйтесь на этом. И мне клиент просто сказал: Андрей, а ты что делаешь? Вот, я, конечно, его не потерял, вот, но я понял, что я тут ошибся. И мы вернулись обратно в то пространство, в котором ему комфортно. Вот, но если я вижу, что есть потенциал у клиента к такого рода исследованиям, то я предлагаю ему поисследовать,
ощущения, которые связаны с тем, что он говорит. И если человек соглашается, то мы в это исследование идем. Я спрашиваю, окей, ты вот сейчас это говоришь, а что ты чувствуешь при этом? Вот. И когда человек начинает потихонечку описывать это новое ощущение, я могу спросить, а где это ощущение? В теле. И могу даже показать пример. Вот Дилтс говорил, если вы хотите понять, что человек чувствует, не директивный способ это сделать. Я сейчас цитирую Роберта примерно. Это сказать, поделиться своим ощущением. Не говорить, а где ты в теле чувствуешь? Вот твое слово. Вот. А скорее, там, когда человек что-то говорит, и можно поделиться с ним, сказав, ты знаешь, я, когда ты говоришь это, у меня вот возникает такое ощущение здесь внутри, да, расширение, например. То есть, и клиент, очень часто люди, особенно если в глубоком рапорте, они начинают говорить на этом языке. Вот. Но это без, это вот как Вишперер, Хос Вишперер, он очень рядом, очень аккуратно это делает. Он стоит рядом со мной, любит, она ему нравится, и он об этом говорит. И тогда вот в этом резонансе люди начинают раскрываться и более осознанно к этим ощущениям относиться. Вот, вот так. Еще один вопрос. Вы не работаете с теми людьми, которых вы не чувствуете, или эти чувства не настраиваются? Работаю, наверное, я уже ответил на этот вопрос. Угу. Да, я работаю с людьми на их языке, с любыми людьми, вот, потому что у меня работа говорить на языке клиента. Если я не умею говорить на языке клиента, ну, что, значит, надо переучиваться, вот, поэтому я работаю со всеми, да. Ну, там, кроме случаев оговоренных в этическом кодексе. Угу. Хорошо. Ну что же, мы можем идти на завершение в этом моменте. Что бы ты хотел сказать тем, кто присутствует сейчас на вебинаре, тем, кто будет его смотреть потом, как некое такое вот благопожелание в том моменте, в котором мы все сейчас оказались? Я бы вот что хотел сказать. Я когда-то то, что я нашел у Роберта со Стивеном на тренинге, вот это вот фокусирование, методику, эту сторону, это стало для меня очень ценным, глубоким открытием. И с тех пор я работаю вот в очень большой связке с этими идеями в этом поле. И я все, вот, решил поделиться со всеми только потому, что я считаю, что, ну, это очень ценно для того, чтобы и вы чувствовали себя увереннее в работе с клиентом, ну и людям больше пользы приходило. Я тут всего лишь как посредник, который распространяет вот эти круги на воде. Они идут не от меня, я просто вот когда-то Гендлин это сделал с Роджерсом, и я просто хочу быть частью этого и делиться. Вот. Поэтому почитайте, пожалуйста, книгу. Вот это моя рекомендация. В книге очень много. Она очень глубокая, она читается нелегко, сразу говорю. Но если бы я был директивным коучем, не коучем, а просто директивным, я бы сказал must have, must read, вот, читать всем обязательно. Вот, ну, ребята, вот так, да. Хорошо. Спасибо, что меня слушали, очень приятно было говорить для вас. Очень классно было бы видеть еще ваши лица, но жалко, формат не позволяет. Да, к сожалению, так. Андрей, спасибо огромное за вот то, как ты делишься, в каком уникальном своем присутствии в моменте, и как тонко можно заметить вот те неявные ощущения, те неявные смыслы, которые создаются. Мне тоже это откликается очень, кажется, крайне ценным, как один из важных таких философско-инструментальных подходов в коучинге, mm-hmm. которые можно использовать, брать и использовать не только в коучинге, но и вообще в своей повседневной жизни. Дорогие коллеги, спасибо огромное всем за сегодняшнее присутствие здесь.
И увидимся уже завтра в 12 часов на еще одном интересном вебинаре. Вся информация об этом в нашей группе в Facebook. Спасибо большое. Завершаем. Ладно, все, всем пока.